Пока я отгонял вагон к Авроре, торговый караван прибыл в порт. Спартанцы уже там. Теперь нужно встретиться с Аней в порту и обсудить план захвата баржи. Пришел отдохнуть? Хорошо. Ну, здоров, рейнджер. Не задерживайся. Ты очень нужен в порту. Thank you.
Ну что, брат, готов к... Хотя какие сейчас прямые? Недоразумение одно. И еще раз спасибо тебе. Да. Артём, наши в порт длинной дорогой пошли. А ты можешь быстрее. Вон там лодка есть. Ну или с башни по тросу. Ну, Артём, ни пух, ни пера. Удачи вам, ребят. И в порту, и на мосту. Артём, мы на позициях. Ждём. Артём, вижу тебя. Поднимайся ко мне на кран.
Я здесь. Пропажа ты моя. Ох, я переволновалась, пока ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Так, ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но Квест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин-капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охраны человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием! Я на месте. Вижу часового. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо вижу всех на пирсе. Крест разведал подвал. Их тут двое всего. Ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Чего возиться? Уложить их всех! И дело в шляпе! Прекратить базар! Артем командир, ему и решать. Эти люди нам зла не делали. Ну что, самое время начинать. Попробуй пробраться на буксир, а мы прикроем. Всем напоминаю, после захвата буксира мы с Сэмом и идиотом возвращаемся на Аврору. Артем и князь с крестом идут на буксире к мосту. Удачи нам всем! Огонь! Его заметили! Огонь!
готов. Артём, все караванщики нейтрализованы. Как мы их, а? Под орех разделали! Раз и наповал! Никто и не пикнул! Да уж, князь, какие мы молодцы! Перестреляли толпу торговцев! Каждому по медали надо, или даже две! Да, лучше бы их живыми взять, тогда... Хотя ладно. Баржи зачищены. Осталось захватить рубку буксира.
убивайте! Не убивайте! Я могу заплатить! Или товар! Товар! Товар возьмите! Спокойно! Свои! Отлично сработал, Артём! Жаль все же, что по-тихому не получилось. Ну что, ребята, готовимся к отплытию? Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи. Ни пуха, ни пера. Артём, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов под килем. Ура! По местам стоять! Съехали сниматься! Сейчас где-то полпути пройдем и часов до 4 в камышах покемарим. На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего, да и они все после заутренней сонной будут.